Меня зовут Сергей Савостин. Я живу в Молдавии, в городе Камрати. Это столица Гагаузской автономии. Я работаю в Камратской художественной школе как директор и как педагог. И с 89 года участвую во многих республиканских и международных выставках. Это и симпозиумы, и меня очень вдохновляет и издательская деятельность. Самый большой успех для меня – это книга о моем наставнике. Это книга о Дмитрии Савостине, который открыл школу в городе Камрати. Очень много моих детей поступили в различные учебные заведения. И очень много моих учеников участвовали в различных конкурсах. О своей картине хочу сказать следующее. Я изобразил на своей работе тот момент, когда из сказки, она называется «Трак-трак-сусак», в этой сказке идет рассказ о том, как дети добрались до дому, потому что мачеха была против, и это я так коротко рассказываю. И она невольно услышала разговор о том, что мачеха хочет избавиться от них, и поэтому приготовила себе угольки. И когда отец вез их в лес, она бросала угольки. А потом он под видом того, что отец рубит дрова, привязал на дерево. И в моей картине там с правой стороны наверху есть написан сусак. Это такая декоративная тыква. И она билась, этот сусак, об дерево. И создавалось ощущение, что рубит кто-то дрова. На самом деле отца уже не было. Он уже уехал, бросил своих детей. Но брат и сестра, которые написаны на моей картине, они не растерялись, они нашли дорогу обратно с помощью вот угольков этих. А в дальнейшем отец уже прогнал мачеху, и они стали жить хорошо. И мне нравятся сказки, которые имеют в конечном итоге положительный момент, то есть когда ты не расстраиваешься, а когда ты радуешься, что у них все сложилось хорошо.